Вітаю, в ефірі телепрограма «Шах і мат». Мене звати Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про роботу транспорту Дніпра під час карантину. В нашій студії депутат Дніпровської міської ради, голова комісії міської ради з питань транспорту та зв'язку Каміль Примаков. Вітаю вас. Каміль Примаков – депутат Дніпропетровської міської ради, голова постійної комісії міської ради з питань транспорту та зв'язку. Має 4 вищі освіти, є кандидатом юридичних наук, має наукові праці. Доцент кафедри загальноправових дисциплін у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ. Віце-президент Дніпропетровського обласного відділення Національного олімпійського комітету України. Нагороджений нагрудним знаком за заслуги перед громадою та відзнакою президента України за гуманітарну участь в антитерористичній операції. Має чорний пояс від інтернаціональної організації карате. Вітаю вас, Камілія. Тож, сьогодні Україна, як і місто Дніпро, всі протистоять вірусній загрозі. І всі сфери працюють в нестандартному режимі. Розкажіть, будь ласка, про транспорт Дніпра, як працює, що відбувається? Добрий день, уважаема студія, добрий день, уважаемые зрители. 26.03.2020 года на заседании комиссии ТБЧС было принято решение, что весь городской транспорт перевести на режим специальных перевозок. Что это значит? Это значит, что на сегодняшний день в нашем городе функционирует около 12 маршрутных направлений, 9 маршрутов трамваев и 11 троллейбусных маршрутов. Для чего это было сделано? Это было сделано для того, чтобы сотрудники критической инфраструктуры могли добираться на место своей работы. Всем также было принято решение выдать спецпропуска, чтобы эти люди, которые работают на критической инфраструктуре, они могли пользоваться данным транспортом, данным направлением. И на сегодняшний день в нашем городе выдано уже более 100 тысяч спецпропусков, благодаря которым люди могут добираться на место своей работы для того, чтобы обеспечивать жизнедеятельность нашего города. Также, это еще бесплатно, так? Да, это все бесплатно. Также я хотел отметить, что данным транспортом могут пользоваться сотрудники, безусловно, это медики, это полиция, правоохранительные органы, служба безопасности Украины, работники прокуратуры, судебной администрации. Ну и там целый перечень, который распоряжением Кабмина включен, кто может пользоваться согласно своих пропусков, вернее удостоверений, может пользоваться этим транспортом. На сегодняшний день осуществляется перевозка более 100 тысяч пассажиров ежедневно. На маршрутных такси у нас функционирует 116 автобусов. Это автобусы средней вместимости и автобусы малой вместимости. Около 100 трамваев. И около 61 – это троллейбус, который функционирует каждый день по данным специальным графикам. Чи є якісь такі часові, так, з 8 по 9 вечора ходить транспорт, обмеження, чи є якісь такі? Да, конечно. Департаментом городского совета был департаментом транспорта городского совета был разработан график совместно с комиссией ТБЧС, в какое время должен ходить этот транспорт для того, чтобы все сотрудники, там, медики, правоохранительные органы могли попадать на работу. Эти графики были согласованы непосредственно с руководством этих организаций для того, чтобы все было поминутно, почасово, все было согласовано, и каждый человек, который участвует в жизнедеятельности нашего города, он мог вовремя приступить к своим обязанностям. Як взагалі на ділі працює зараз ця система?
Чи задоволені мешканці? Чи все вдається налагодити? Чи немає скупчень? Ну, ви розумієте, на самом деле, любые ограничения, они не приводят ни к чему хорошему. И жители нашего города, безусловно, ощущают на себе этот дискомфорт, потому что многие не могут попасть к себе на работу, многие не могут воспользоваться транспортом. Но мы понимаем, что эти меры введены не просто так. Мы видим, какая ситуация сейчас происходит в мире, и благодаря тому, что, я считаю, наши власти приняли правильное решение, приняв опыт Италии, Франции, Испании, Германии, и вовремя ввели такие карантинные меры. И я считаю, что благодаря этому мы на сегодняшний день не попадаем в заглавие там, мировых газет, мировых каких-то новостных каналов, что вот в Украине происходит просто страшная ситуация. Поэтому я считаю, что да, это тяжело, это плохо, это бьет по карману очень сильно. Многие думают, на что мы завтра будем покупать еду, но это очень важно, потому что чем ответственнее мы отнесемся к этим карантинным мероприятиям, если каждый из нас сможет остаться дома, провести свои какие-то рабочие мероприятия по онлайн-связи, по телефону, или переложив их чуть-чуть на потом, тем самым мы сможем скоротить это время нашего дискомфорта, которого нам необходимо вот, находиться дома, или что у нас нет возможности пользоваться транспортом. Но Згодна это необходимо. З вами. Треба всім витримати цей час, щоб скоріше вийти з цього карантину, звісно, такі. Да. А взагалі, якими засобами захисту користуються водії цих маршрутів, які зараз переміщуються по нашому місту? Все четко есть в решении комиссии ТБЧС. Водитель транспортного средства, подвижного состава должен обязательно иметь маску и антисептики для дезинфекции рук. Их выдает руководитель транспортного предприятия своим водителям. А если это коммунальный транспорт, электротранспорт, то, безусловно, это выдается все коммунальным предприятиям «Горэлектротранспорт». Зрозуміло. Кто проверяет припустки? Как происходит предъявление пропусков? Человек подходит, заходит в маршрутное такси, водитель проверяет удостоверение, проверяет, чтобы человек был с ним, там обязательно у человека должны быть перчатки и должна быть маска, это обязательно. Если все эти меры у человека, пассажира, есть, то он попадает в автобус и пользуется данным маршрутом и едет к себе на работу. Чи є такі люди, звісно, мабуть, є, які хочуть зайти до цього транспорту без належних засобів захисту або взагалі без перепустки? Звісно, я так розумію, в перші дні таке відбувалося дуже часто. Що робить водій в такій ситуації? Ну, я хотів би відмітити, на сьогоднішній день наші громадяни дуже відповідальні і, в принципі, тільки є єдиничний случай, коли водій маршрутного таксі викликає поліцію. Якщо він бачить, що людина хоче зайти туди без пропуска, либо у человека нет маски, либо перчаток, и он как бы пытается попасть в маршрутку, то водитель просто останавливает машину и вызывает полицию. Но я хотел бы отметить, что на сегодняшний день это единичные случаи, мы таких как бы не наблюдаем, и по данным патрульной службы, они только единичные. Це дуже добре. Скажіть, будь ласка, чи не намагаються підробити перепустки? Хороший вопрос. Мы знаем, что накануне того, когда ввели пропуска по городу, пошел такой ажиотаж, что эти пропуска можно якобы купить было где-то в интернете или еще где-то. Но я хочу сказать, что это полная неправда. На сегодняшний день у нас нет информации от перевозчиков, от водителей трамваев, троллейбусов, что кто-то пытается предъявить какие-то поддельные пропуска. Такой информации нет. Если такая информация будет, я очень хотел бы обратиться ко всем жителям нашего города, к перевозчикам, к водителям. Если будет такая информация или кто-то будет пытаться это сделать, я вас прошу, пожалуйста, сразу сообщайте в 102, обращайтесь в транспортную комиссию, обращайтесь в департамент транспорта, мы будем это все жестко пресекать.
Чи буває так, що поліція патрулює, зупиняє, наприклад, якийсь автобус, чи звісно, заходить на зупинці в електротранспорт і перевіряє, чи належним чином у всіх є засоби захисту, чи є перепустки, таке інше? Вы знаете, такого сейчас нет. Поначалу, вот если, когда вот только это все вводилось, мы знаем, что в остановках стояли полицейские, которые проверяли и пропускали людей. У них есть маска, нету маски, они их пропускали. Но сейчас такого нет. Сейчас полностью эту ситуацию контролирует водитель. Если подобная ситуация случается, он моментально вызывает полицию. Полиция сейчас в экстренном режиме выведена на улицы, поэтому мы можем наблюдать большое количество патрульных машин, которые есть. И буквально в течение 2-3 минут патрульная машина приезжает к точке, там, где находится подвижной состав. Но я еще хотел бы отметить, что, слава Богу, это случаи на сегодняшний день единичные. Мабуть, через те, що поліція попрацювала перші дні запровадження такого режиму транспортної системи, то тепер вже більш-менш вже краще. Ну, ви знаєте, це совокупність роботи і поліції, і міського совєта, і от всіх інформаційних сайтів, які давали цю інформацію, це обща совокупність от всіх. Результат роботи всіх. Скільки коштів виділено з міського бюджету на роботу громадського транспорту саме зараз, на час карантину? Да, проведен тендер. Через систему «Прозора» были определены 9 перевозчиков, которые осуществляют специальные перевозки. То бишь городской совет заказал у этих перевозчиков через тендер специальные перевозки, которые бесплатно осуществляют для жителей нашего города, для работников критической инфраструктуры доставку их на работу. Городской совет выделил на это 4,5 миллионов гривен. Сейчас рассматривается вопрос в связи с продлением карантина с 3 апреля по 24. Рассматривается вопрос о дополнительном выделении денег на обеспечение данных перевозок. На сегодняшний день цифра составляет... Есть автобусы средней вместимости и большой вместимости. Вот автобусы средней вместимости, оплата происходит 14 гривен километр, автобусы большой вместимости в районе 21 гривны за километр. Ну, согласно этих тарифов, те предприятия, которые выиграли тендер через «Прозоро», они осуществляют данные перевозки. А взагалі зараз є нестача водіїв на працюючих маршрутах? Чи навпаки їх черга? Весь подвижной состав, который у нас сейчас функционирует в городе, обеспечен водителями. Кризиса с водителями на сегодняшний день, вот именно в работе данных маршрутов, их нету. Мы понимаем почему, потому что значительно уменьшилось. На сегодняшний день работает там 12 всего лишь маршрутных такси, ну, направлений. Поэтому они укомплектованы. Так же само на электротранспорте, водители троллейбусов, водители трамваев, они тоже все в рабочем режиме. Трамваи, троллейбусы ежедневно циркулируют по нашему городу. Медичні працівники перевіряють кожного з водіїв перед тим, як випускають на маршрут? Ну, це согласно норм законодательства, коли маршрутне таксі виїжджає з АТП, водитель має проходити обслідування у доктора, і машина має проходити обсмотр технолога, щоб виїхати з гаража. І коли вони ставлять свою підпись, що дане транспортне средство і водитель відповідають, то вони ставлять підпись, і тоді він має право виїжджати на маршрут. Так же саме це відбувається и в коммунальном предприятии, в депо, когда выезжает водитель трамвая или водитель троллейбуса. Зараз, можливо, такий підсилений режим перевірки самопочуття. Заробітна платня водіям не змінилася зараз? Чи змінилася? То, що стосується комунальних підприємств, там заробітна плата не змінилася. Це водителі тролейбусів і водителі трамваїв. Те, що було заложено в бюджеті на 2020 рік, ця стаття виконується. Те, що стосується комерційних перевозок, я знаю, що в зв'язку з тим, що вони працюють навіть не в ноль, а в мінус, згідно цих тарифів, які були пропоновані містом, вони пішли на зустріч місту, то, безусловно, у меня есть информация, что заработная плата водителям была снижена в районе 20%.
Яким чином проводиться дезинфекция транспорта? Получается, двумя типами. Первый тип – это когда маршрутка выезжает из своего автотранспортного предприятия, она проходит полную дезинфекцию. Это находится под контролем руководства автотранспортного предприятия. Также само и коммунальное предприятие «Электротранспорт», когда из депо выпускает свой подвижной состав, также само полностью и трамваи, и троллейбусы проходят обработку. И еще коммунальное предприятие «Электротранспорт» осуществляет с 10 утра до 4 вечера, до 16.00, осуществляет дезинфекцию всех остановочных комплексов, там, где по тем маршрутам, где циркулируют вот эти спецтранспорт, и там, где он останавливается. С 10 до 4 это происходит. Все остановочные комплексы тоже обрабатываются и дезинфицируются. Зрозуміло. За словами Віталія Кличко, при відсутності зменшення кількості захворювань влада може заборонити особистий транспорт. Що ви думаєте, це доцільно на сьогодні? Вы знаете, я думаю, в данной ситуации тяжело давать какие-то прогнозы. Никто, наверное, в мире не знает, как поведет себя этот вирус. Безусловно, мы все хотим, чтобы это быстрее закончилось, чтобы были сняты все карантинные мероприятия, и каждый из нас нормально вышел на работу, мог нормально передвигаться по городу, ни за что не переживать. Но мы понимаем, что жизнь людей – это на первом месте, и если данная зараза будет распространяться, и те меры, которые мы ввели, они, их будет мало, то необходимо будет внедрять дополнительные меры безопасности. Я слышал то, что мэр Киева говорил о том, что если ситуация по Киеву будет усугубляться, то, возможно, будут рассматриваться вопросы запрет личного транспортного средства. У нас пока вопрос такой не стоит на повестке дня, но если, не дай бог, ситуация будет ухудшаться, я думаю, что это будут неотложные мероприятия, которые необходимо будет принимать. Ви зараз працюєте в якому форматі? В якому форматі працює ваша комісія з транспорту? Так? Чи перейшли в онлайн? Як вдається працювати, якщо перейшли в онлайн? У нас, да, впервые в історії городського совету у нас состоялась сесія під відкритим небом, на якому був розглянутий один вопрос, це внесення змін в регламент. Депутаты проголосовали поднятием рук о том, что дают возможность проводить сессии и комиссии онлайн. После этого состоялась первая сессия городского совета в онлайн-режиме. А вот буквально вчера у меня прошла первая депутатская комиссия профильная в онлайн-режиме. Мы проводили ее через программу Zoom. Как это все происходит? Ты сидишь около монитора, около компьютера, видишь всех членов комиссии, которые тоже присоединены, видишь докладчиков. На этой комиссии мы рассматривали только наши профильные вопросы. Это были руководители профильных департаментов, профильных коммунальных предприятий. Заранее все вопросы, которые выносятся на комиссию, они сбрасываются в электронном режиме всем депутатам комиссии. Вот. И мы как бы до комиссии уже прорабатываем четкую позицию по каждому вопросу, какой вопрос принимаем, какой вопрос мы вносим какие-то изменения, в какой вопрос мы снимаем. И после этого в онлайн-режиме мы задаем, если есть какие-то вопросы руководителю профильного коммунального предприятия, если вопросов нет, то мы голосуем путем поднятия рук. Я четко проговариваю, какое количество проголосовавших. Там же присутствует секретарь комиссии, который это все фиксирует в стенограмме и делает протокол заседания комиссии, после чего я его визирую. Зрозуміло. Ще я знаю, що ці онлайн-засідання, вони потім викладаються на YouTube, так? Они сразу транслируются в YouTube. Вот наше заседание комиссии, оно параллельно транслировалось в YouTube. И любой желающий в онлайн-режиме мог зайти и посмотреть, как происходит заседание профильной комиссии по транспорту. То есть, если нужно, то будь-який дніпрянин может зайти и дивитися, как відбувається саме ваше заседание комиссии онлайн, так? Любой.
А скажіть, будь ласка, де можна побачити це посилання? Ну, на все, сайті міськради? Все засідання депутатських комісій, їхнє время і відео їхнє, воно викладається на сайті міського совету, по-моєму, з переходом ссылками на YouTube. Угу. Зрозуміло, дякую вам. Які важливі питання щодо функціонування транспорту саме вчора обговорювали? Ну, безусловно, ми розподіляли суми грошей для функції, для заробітної плати працівникам метрополітену, який зараз не працює. Ми вносили змінення в графік движення подвижного состава маршрутных такси. Мы рассматривали вопросы, которые идут на ближайший исполком, который состоится перед сессией городского совета. Ну и как бы профильные вопросы, связанные с функционированием коммунального предприятия «Миськ Автопарк», транспортной инспекции. И в принципе это все. А скажіть, будь ласка, чи спецперепустки, їх ще видають? І як розглядається можливість надання тому або іншому підприємству перепусток для проїзду в громадському транспорті? Спецпропуска видаються комісією ТБЧС. На эту комиссию в онлайн-режимі подається заявлення від підприємства з описанням того, чем оно занимается и для чего ему необходимо иметь эти пропуска. На заседании комиссии этот вопрос рассматривается, это коллегиальный орган, и потом там принимается решение, кому выдать, кому не выдать. Я так понимаю, что заявок, наверное, очень много, желающих тоже очень много, но дальше уже непосредственно эта комиссия рассматривает, кому в первую очередь эти пропуска необходимы, а кому, возможно, они будут выданы потом, а может быть, не выданы будут вообще. Тобто зараз також змінюється, я так розумію, кількість спецпропусків, збільшується, і ви також можете додавати якісь маршрути, так? Транспортна комісія к видачі пропусків нікого не має. Видає їх тільки комісія ТБЧС. Це вони розглядають, вони приймають рішення і видають ці пропуска. Зрозуміло. Щодо обмеженого в'їзду у Дніпро, ви можете прокоментувати, як це відбувається зараз? Вы знаете, я сегодня буквально ехал за города, ехал в Днепр, но да, оборудованы везде блокпосты, но никого как бы не останавливают именно массово, возможно, выборочно там какой-то транспорт останавливают. И я видел, что там присутствуют доктора есть, сотрудники полиции, видел даже люди были в химзащите, ну, в такой стояли специальной защите. Вот. Ну, возможно, власть готовится к тому, что если ситуация в Днепре усугубится, возможно, чтобы быть готовым к тому, для того, чтобы усилить контроль въезжаемого транспорта. Возможно, это для этого. Но на сегодняшний день нет никакой проблемы заезда в город. Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, ось таке питання. Зараз профінансований громадський безкоштовний транспорт для критичної інфраструктури саме до 24 квітня або на якийсь окремий термін? Він був профінансований на 3 апреля, до першої дати окончання карантину. Зараз карантин продлен до 24 апреля. І от якраз вчора, сьогодні рассматривается вопрос по дополнительному выделению денег городским советом на то, чтобы мы могли через процедуру прозора заказать специальные перевозки у перевозчиков нашего города. Зрозуміло. Тобто ще розглядається? Да, этот вопрос еще раз, ну, рассматривается. Ну и, безусловно, я уверен, что он будет рассмотрен, деньги будут выделены, потому что это необходимо для функционирования жизнедеятельности нашего города. Зрозуміло. Можливо, є якісь проблемні питання виникають з транспортними, в транспортній сфері, які ви зараз вирішуєте, так? Можливо, чимось поділитесь? Вы знаете, сейчас режим работы депутатской комиссии переведен довольно-таки сжато. Я объясню почему. Мы рассматриваем только профильные вопросы. Перед сессией, безусловно, мы будем рассматривать и все вопросы другие, которые идут на сессии. Но мы сейчас максимально, каждая комиссия сконцентрировалась на своем профиле. Потому что вот мы максимально оперативно их рассматриваем для того, чтобы от каждой подписи, от каждого принятия решения зависит внедрение каких-то новшеств в транспорте, там, улучшение качества
качество перевозок, внесение каких-то дополнительных маршрутов, увеличение подвижного состава там, электротранспорта там, или маршрутных такси. Поэтому вот я как представитель комиссии сейчас сосредоточен только на наших профильных вопросах. У нас никаких проблем нет. Все вопросы, которые были на последней комиссии, все были приняты. Разногласий у нас тоже нет. В принципе, сейчас вот, департамент и комиссия работают как единый механизм. Я считаю, что это правильно для того, чтобы максимально улучшить ситуацию и для жизни, для наших горожан. Так, звісно, дякую вам дуже за відповіді. Бажаю вам міцного здоров'я і нашим глядачам також. Я нагадаю, що в нашій студії був депутат Дніпровської міської ради, голова комісії міської ради з питань транспорту та зв'язку Каміль Примаков. На все добре.